Люблю каналы, на которых можно найти разного рода контент по одной и той же тематике. У меня есть несколько таких каналов на примете, но один из них — это канал Demo Football. Хочешь посмотреть футбольные игры? На канале есть кубок по FIFA Mobile. Хочешь посмотреть футбольные челленджи? Их на канале очень много. Не поленись и перейди по ссылке в описании. Я думаю, что этот канал подарит тебе множество позитивных эмоций. Привет всем, с вами я, Данила Громов, окей, D104X, и совсем недавно я, просто так листая ленту, наткнулся на один интересный видеоролик. Сначала я подумал, что это монтаж, и мне как-то стало пофиг на этот видеоролик, но спустя некоторое время я подумал, а что если реально Месси смог выбить вот так вот, чтобы получилось вот так вот? Вот здесь должен быть тупой мем, потому что, ну, тупее объяснить, я не знаю, как еще можно. Короче говоря, я решился и подумал, что нужно попробовать повторить, может быть, у меня получится, и результат, который вы увидите, мне кажется, вам понравится. Блин, это нереально, толку. Ладно, окей, хоть какое-то попадание. Ё-моё, да как? Ну блин, ну не то должно было быть. Ну не то. Мне кажется, что это просто невозможно. Не то, что попасть невозможно, хотя это тоже. Мне кажется, что если я в нижнюю попаду, она так не отлетит вообще. Да, вот сейчас было наглядное доказательство. Нифига она никуда не улетит. Мне кажется, помимо того, что там был монтаж, это само собой, мне кажется, что все-таки, если и пробовать, то нужно баночку, которая будет снизу, ее нужно опустошить, чтобы она была пустая. Только в том случае она сможет так легко улететь. И то не факт. Но сейчас попробуем. Собака, нет, не то. Мне кажется, я все-таки попал в верхнюю, а не в нижнюю. Я в шоке. Это, наверное, попытка пятая после того, как я выпил колу. Пепси, это пипец. Офигеть просто. Я в шоке. Я не знаю, у меня эмоции переполняют. Я думал, это нереально. Посмотрите, что с баночкой Пепси случилось. Ей было после этого удара достаточно плохо. Давайте так. Изначально мне кажется, что этот видеоролик смонтирован, потому что, ну, чтобы Месси попал, ему потребовалось бы очень много времени. Я понимаю, что он футболист, понимаю, что он великий и вообще инопланетянин, но в любом случае, чтобы так попасть, я не знаю, что нужно сделать. Мне кажется, что здесь был монтаж, потому что, ну, надо было столько денег Месси заплатить, чтобы он пинал где-то полчаса, час, и чтобы так красиво попал. Ну, мне кажется, ни одна компания не захочет столько денег давать Месси. Потому что ни у кого столько денег нет. Поэтому, Пепси, если вам будет нужен человек, который сможет выбить вашу же банку из-под напитка, то пишите мне. Мы договоримся с вами чуть-чуть на скромных условиях. Да, Герман 2.0, и если бы вы хотели бы еще, чтобы я что-нибудь попробовал повторить, что повторяют футбольные звезды в своих рекламных видеороликах, то пишите в комментариях, присылайте мне некоторые видеоролики в Инстаграм, ВКонтакте, и может быть эта рубрика будет жить на моем канале. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.
Пока!